Здравствуйте всем, добрый вечер. Я очень рада, если вы зашли на мой канал, если подписались и даже если просто смотрите. Я вам хочу сегодня рассказать о таких конфетах шоколад Леонидас. Это бельгийский шоколад. У нас есть знакомые во Франции, которые нам презентовали этот шоколад. Здесь так заведено. На Рождество друг другу семьи дарят разные коробки шоколада. Так вот, они нам подарили вот такой вот. Это последний слой остался. Здесь было 4 таких вот слоя. 750 грамм конфет здесь. Вот так вот называется марка. И вот 750 грамм. К сожалению, я не могу вам сказать цену. Но что я вам могу сказать? Что это самый вкусный шоколад, который я пробовала в жизни. Мы поразрезали вот так вот конфетки для того, чтобы каждому попробовать. Все конфеты разные. По 2 конфеты каждого вида. Я вам покажу просто. Вот конфетки. Значит, здесь есть конфеты с миндалем, с бергамотом, с фисташками, с разным пралине, пралине с орехами, с апельсиновой начинкой. А также они производят вот такие мармеладки, видите? Очень вкусный шоколад. Это вот есть черный шоколад 72%. Вот этой стороны еще. Вот очень вкусные с кофейной начинкой. Вот эти вот такие вкусные, извините, тут пятнышки, это от конфет. Мы уже разрезали прям на бумаге. Значит, какие еще самые вкусные, которые мне понравились. Вот это очень вкусное. Здесь пралине. Не знаю, просто пралине. Пралине тоже. А вот это вот с начинкой каштановое кофе, молочно-каштановое кофейное. Очень вкусная вот эта конфетка, прям, ну прям супер вкусная. И вот такие они внутри. Разные-разные, с разными начинками. Здесь начинка вот такая прям вытекает. Но я специально разрезала показать вам. Тут тоже такая жидкая начинка, зелененькая, очень вкусная. Но белые самые больше мне понравились, не знаю, хотя я не люблю белый шоколад, не очень люблю. С орешками все конфетки мы поели. Вот такие вот интересные традиции у французов, дарить шоколад друг другу. Ну, а, кстати, сейчас я вам еще покажу. Представляете, девочки, снимала вам видео и сняла все вверх ногами. Придется переснимать. Так вот, я хотела вам рассказать еще об одних конфетах. Это французские конфеты. Вот такое вот у них название. Не буду коверкать, читайте. Здесь черный и молочный шоколад. Внутри в этом шоколаде, в этих конфетках пралине. Очень вкусные. Это самая хорошая марка считается во Франции. Ну, по крайней мере, мне так говорили французы. Еще мы купили конфетки итальянские, вот такие вот. И тоже, когда мы покупали, нам одна женщина-француженка сказала, что если мы не знаем эту марку, ну не знаем, там мы много конфет очень представлено во Франции перед Рождеством, я вам уже сказала, вот такая вот у них традиция дарить близким, учителям, просто когда они идут в гости на Рождество, они дарят конфеты. И очень многие покупают конфеты, и мы в том числе покупали, и нас проконсультировала одна из француженок и сказала, у нее папа из Италии, и она сказала, что вот эти вот конфеты, вот именно вот эти вот, это номер один в Италии. Я не знаю, девочки, может кто-то живет в Италии и знает какую-то другую информацию, исправьте мне, но это нам сказала женщина и француженка, у которой папа итальянец. Значит, вот эти конфетки напоминают Ferrero Rocher, а вот эти, это такое пралине, сейчас я вам покажу. Вот так вот оно выглядит. Очень вкусное, там тоже молочный шоколад, молочный, с орехами, очень вкусно. Вот такая вот традиция у французов, мне она очень нравится. Значит, здесь, боже, у меня уже все руки в шоколаде.
Значит, в этой коробочке 219 грамм, и стоит она во Франции 6 евро, не во Франции, вот прям за всю Францию не могу сказать, здесь у нас в Провансе она стоит 6,80 ее цена. И сейчас акция, если вы покупаете две коробочки, то третья бесплатно. Вот такие вот у нас сладкие получились, сладкий такой вечер. Очень неполезный, но наравне с этим я вам уже показала или дальше покажу, какую пищу все-таки мы употребляем в большинстве случаев. Вы думаете, что мы едим только шоколад. Вот здесь у нас готовится полезная пища. Это у нас овощное рагу. Будет оно готовиться, я думаю, меньше, чем 52 минуты. Но кушаем мы такую пищу и иногда балуем себя шоколадом. Вот я еще приготовила сладкий картофель. В этот раз я купила, почему-то он оказался не желтого цвета. Я люблю очень желтого и оранжевого. А в этот раз вот я его тоже приготовила на пару. Очень такой интересный цвет, некрасивый совершенно, особенно когда приготовленный на пару. Но очень вкусный, тем не менее, здесь он очень полезный. Называется батат. Он бывает оранжевого, желтого и вот такого вот белого цвета. Вот так вот наравне с конфетками мы кушаем полезную пищу. Ну все, спасибо вам за внимание. Если вам понравилось, поставьте лайк. Если нет, дизлайк. Спасибо. Всех целую. Пока-пока.